Здравствуйте. Сегодня, прежде чем пойдет очередной сюжет, я хотел бы вернуться на полвека назад. В 60-е годы самым популярным инструментом была обычная акустическая гитара. И в 1965 году во Дворце культуры имени Шевченко открылся класс гитары, куда пошли много мальчишек заниматься самым интересным инструментом – играть на гитаре. И туда вместе со мной в одно и то же время поступил и Геннадий Лаптев. Много лет мы с ним дружим. Мне довелось в 68 году 16-летним пацаном даже преподавать по классу гитары. Геннадий все время учился. И вот после армии мы решили поступать, Гена Лаптев, Сергей Миршеев и я, в Губкинское музыкальное училище. Но Сергей и Гена поехали, а я все-таки остался дома. Я решил, лучше я буду хорошим любителем, чем плохим профессионалом. Но у меня немножко медведь на ухо наступил. И вот прошло много лет. И когда я начал работать на телевидении, Геннадий Александрович Лаптев предложил: а что, давай попробуем сделать фильм-концерт. И мы начали, ну, честно говоря, немножко хулиганить. Что из этого получилось, судить вам. Thank you.
Сегодняшний выпуск программы подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания.